хочу атлантическую кухню сказать. Значит, это я оливковое масло. Сейчас, оливковое масло, чеснок подавила, перчиль. И вот это вот такие огромные гамбасы, такие огромные, ну как их назвать? Больше, чем креветки, меньше, чем тот томат, который я сейчас съела. И осталась голодная. Ну вот. Они дикие, выманные там где-то. Ага, да. Вот, их поймали. Ой, а как их переворачивать? Поймали в атлантическом океане. Вот, я решила сделать, как уже этот чеснок, он прям подгорает. Я решила сделать по... По португальскому рецепту. Ребята, ну, если одной рукой снимать, другой... Все, в общем, все поняли.